Так, сейчас один танк будет переворачивать другой подбитый укроповский, блядь. Чтобы сдать его на металлолом и купить сигарет. Вот наши позиции, блядь. Тут мы живем. Ребята уже 2 недели, я дня 4. Луганск. Если видно что-то. Вот отсюда, с этого места, градом работали и танками по городу, блядь. Прямой наводкой почти. Да не почти, а так и есть. Окапываемся ежедневно, блядь. Сажаем цветочки. Только мы, блядь, почему-то. Но это нормально. Вот там, а куда хватает глаз, блядь. Враги, ебать. Слева город Счастье. Там вот возле ребят трубы, две трубы. Справа станица Луганская. Главное направление линии фронта. Впереди нас казаки наши и дальше уже укропы нахуй. Также вкопанные, блядь. Также все снаряжено. Наша техника. И дальше там тоже замаскированная. А это сейчас будем добывать себе курить, нахуй. Самая ценная танковая пушка, блядь. Весело. Продолжение разбора танка, блядь. С помощью бэхи вытягивают казённик, чтобы его тоже сдать на сигареты. Этот танк нас еще долго, походу, будет кормить.